Буквально через минуту Сергей Безруков, а прямо здесь и сейчас народный артист России Денис Мацуев. Добрый день. Снова ну, наконец-то, Денис, да, у нас там возможность была вкратце немножко хотя бы увидеться, но здесь мы сможем пообщаться, и тем более многие не знают, а через несколько дней у Дениса день рождения. Более того, круглая дата, 40. Как ощущаете себя? Будете ли отмечать? Вы знаете, я когда 5 лет назад составлял свой концертный график, я случайно так получилось, что 11 июня я буду в Токио на гастролях в Японии, на своих ежегодных, и даже не мог подумать, что это совпадет с моим юбилеем. Отмечать я там не буду, но я встречусь с моими друзьями 23 числа в Кремлевском дворце. Такие люди, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие-многие другие. Мы очень весело... Ну, не справим это юбилей, а просто проведем время. Я очень люблю своих друзей. Но мы заранее не поздравляем. Да, не поздравляем, но желаем вам хорошо провести этот день рождения. Кстати Спасибо. Говоря, про Сергея Безрукова, он тоже здесь. Вы же знакомы с Сергеем, да? Конечно, у нас был опыт, мы снимались в одном фильме, который называется «Млечный путь». Он играет сибиряка, моего земляка практически. Это был, с ним съемки были в Иркутске на острове Ольхон. И я не буду раскрывать всех сюрпризов, но у меня был небольшой эпизод, который мы абсолютно сыграли в такой импровизационной манере. Я, сказать, очень уважаю его талант, замечательный, просто потрясающий человек, который мгновенно тоже симпровизировал. Он джазмен, понимаете? Джазмен – это не обязательно музыка. Джаз – это, может быть, в жизни человек, какой-то поступок сиюминутный. У нас сейчас будет возможность убедиться в том, какой импровизатор Сергей Безруков. Как вы джазуете вместе. Да. Дамы и господа, многократно сказано и повторено, что Александр Пушкин, чей 216-й день рождения был вчера, это то, что нас всех русскоязычных объединяет. Ну почему русскоязычных? Вообще Александр Сергеевич Пушкин переведен на десятки языков. И поэтому сегодня Сергей Безруков, Денис Мацуев и специальное прочтение стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Сам себе узнес нерукотворный, туда не зарасте народная тропа, вышею узнялся он в вершине непокорной Александрийского слупа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пик. Чемберный, им хоким на виряган яркерюм, им ачунит хэто эльбит я приархабет, инс паркетан канидер айс Андрюсиан ашхарум, капри текуц ми поэт. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
И назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Audzināts mans vārds Krievu zemē dižanajā. Ik tauta, kas šeit mīt, to pieminēs un teiks. Gan slāvs, gan arī soms, gan kalmiks stepju klājā, gan tungus savā mēlē sveiks. Kuru lavna fin tungus kalmikam dnai Финнягар, Баруся, Хуллю, Хуллюм, Паянасу, Смейн и Таранду. И долго буду тем, любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждал, что в мой жестокий век пославил я свободу и милость к падшим призывал. Представим всех участников. На языке оригинала народный артист России Сергей Безруков. На украинском актер Виталий Гагунский. На белорусском телеведущий Дмитрий Шепелев. По-армянски читала артистка Лаура Киасаян. За Латвию ответила актриса Яна Крайнова. Спасибо. И на эфиопский Александра Сергеевича перевел преподаватель РУДН Нигуси Касая. Спасибо. За роялем народный артист России Денис Мацуев.